В зимней спартакиаде меньше участников, чем обычно, но организаторы уверены, сегодня на лыжне самые стойкие. Хотя бы в таком количестве, но мы все равно открыли ежегодную нашу зимнюю спартакиаду. Мы очень рады, что мы ее все-таки успели открыть. Несмотря на возраст, участники в очередной раз демонстрируют завидный спортивный азарт и волю к победе. Сегодня они собрались не только ради укрепления здоровья. Ну, во-первых, общение, во-вторых, поднять дух спортивный, друзей поддержать, ну и самой посмотреть, на что я еще гожусь. Получается, гожусь еще куда-то. Путь в 1 километр сложный и длинный, признаются пенсионеры. Но с поставленной задачей они справляются. А по дороге к финалу успевают насладиться картиной зимнего леса. Одно удовольствие. Прекрасно, видите? Погода чуть ветреная, но ничего страшного. Ну и посмотрите, все улыбаются, у всех все хорошо. Спасибо пенсионерам, организаторам. Что, хоть немножко, но вытащили людей сюда. Ну, в смысле, пригласили. Своим примером пенсионеры призывают к здоровому образу жизни и молодых. Ведь лыжный спорт укрепляет мышцы и заставляет работать суставы.